над страной, где под небом стоит Вифлеем. На востоке увидели волхвы звезду. В той стране родился Иисус Назарей, и запели все ангелы в райском саду. А младенец прильнул к материнской груди, и Мария слезу уронила украдкой. Трудный путь ожидает его впереди, а дитя безмятежный спал тихо и сладко. Что ждет тебя, малыш, пока ты крепко спишь и с молоком святую питаешь? Тебя, дитя, когда спасать тебя, увидишь гнев толпы, что в души грех пустила. На земле, где неведанный мир и покой, где твой храм оскверняют, святыни не чтут. Мой, придется тебе нелегко. Там царем иудейским тебя нарекут. А когда ты нести будешь правду свою, кто-то будет сколачивать крест с упоением, кто-то гвоздь отольет, но в далеком краю встанут те, кто услышал твое откровение. Что ждет тебя, Иисус? Я плачу и молюсь. Ты в этот час, спасая мир, идешь на крест. Молись весь род людской, и сердцем, и строкой, ведь ради нас он был распят и вновь воскрес. Встречал я на свете нигде веры более святой, чем вера Христа. И свет его затмил все звезды и мира. Он лишь младенцем был тогда, осталось спасить его. Добра, и нам объятия открыл.
нам мир, про який ми говорили на недільній школі.